20 июня на Боровском шоссе в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. По данным столичной госавтоинспекции, таксист, управлявший легковым автомобилем «Шкода», проехал на запрещающий сигнал светофора. После этого он сбил трех человек, пересекавших проезжую часть по регулируемому переходу на зеленый свет. В результате инцидента травмы получили две женщины и мужчина, им потребовалась госпитализация. О том, что и как произошло, рассказал водитель такси. Думаю, что вот желтый-красный надо выяснять, что это желтый был или... Потому что вы сами, если вы видите, там зеркало, как бы, не машина я ударил, а... Нет, я не ожидал, чтобы... И так это быстро они это, начали переходить, что... Ну, вот это мое... А так я не скрою. Честно говоря, я первый раз испытал, что такое шоковый стресс. Очевидец работал неподалеку от места происшествий, когда услышал звук удара, а потом крики людей. И скрылся, он побежал, даже сам наклонился там. Шок, он тоже бил голову себе, говорит, извините, там это... Больше интересных новостей в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.